Всем привет! Сегодня я буду играть в Turkhaven. Это что-то похожее на Brookhaven, но это Turkhaven, это все Турция. Это машина Турция, этот магазин Турция, этот фонтан Турция. Если сюда не заходил, надо попробовать. Понятно. Ну, сперва нам надо поехать. Ну, не знаю, в банк можно. У меня тут уже есть самая любимая машина. Это Торус какой-то. Но мне больше всего нравится это делать трюки на этих машинах. Просто дрифт, я захожу на этих машинах. Хорошо уже. Так, заходим сюда. Это кто? Это президент Турции? Я не знаю. Тут есть большая церковь, но... Заезжаем в банк. Банки я хочу. Я хочу открыть. Ладно, будем заходить. В банк мы не попадем. Ну ладно. Заходим в машину. Давай, садимся. И давай обратно. И будем дрифтить. Но я тут нашел одно интересное место. Нам надо оружие, чтобы стрелять всех бандитов, которых я увижу. Так, ну а потом я заеду покушать. Ладно, поехал. Во-первых, я хочу сделать дрифт небольшой здесь. Ту-д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 у. Ладно, заходим туда, дрифт. Нет, сломали машину почти. Заходим, дрифт туда-туда. Погнали, погнали, погнали. Но есть еще поинтереснее машина. Это полицейская машина. Она дрифтует так же хорошо, как все машины здесь. Ну, не все тут машины для дрифта, но большая часть для дрифта. Так, заходим. Куда я хочу? Я хочу взять еду. Во, заходим в дрифт. Ладно, поедем поближе. Сюда. И возьмем что-то покушать, потом заедем за оружием. Вот булочки. Я не буду платить. Хе-хе-хе-хе. Экмек. Ладно. Пусть это называется экмеком. Каким-то, ну ладно. Да, заезжаем. Ну, сейчас заедем в магазин. Может, что... Понятно, машины у меня не будет. Так, чипсики. Ну, давай. Есть, Ники, а есть тут Твикс? О, да, Твикси. Твикси... Я же Твикс взял. Ну, если... Где мой Твикс? Ну, ладно. Я вам напомню, разработчики. Нету Твикса, нету лайков. Ну, возьмем тогда другую дрифтовую тачку. Дабло. А, нет, это что-то плохое. Ну, давай возьмем Тороса. А, это и есть тот. Ладно, этот будет белый. Белый мне как-то, ну, не знаю... Ну, этот хороший, мне кажется. А, да, также за оружием нам надо заехать. Тут появилась парковка, ее тут не было. Так, заходим. Заходим, я там видел уже оружки. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Возьмем только автомат, мне кажется. Да, стреляем. Что здесь? Погоди, здесь было по-другому. Ну ладно. А, почему нельзя? Я знаю, что здесь одна секретка. Может, ее здесь нету? Вы знаете, я вам показывал даже, но здесь была секретка. Ладно. Я даже выйти не могу. Ну ладно, я полицейский как бы. Выходим, как раз тут есть полицейская машина. Идем через крышу. Идем, может, тут есть что-то интересное. А, нет, тут сейчас нельзя зайти. К сожалению. Во, полиса, полиса, полиса. Куда нам теперь? В принципе, мы можем кому-то дома, гости приехать. Отдохнем как раз. Но я хочу зайти поменять себе одежду. Прилично выгляжу. Отлично.
где тут танцевать можно было. Ту-д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 у, балет, да-да-да-да-да-да-да. Ну, что-то интересное. Тогда в Брухаймене нету. Вот за это. Но тут есть один минус. Ночь очень быстро наступает. И очень долго идет. Поэтому поехали. Давай поедем сюда. Или нет? Мы можем поехать в аэропорт. Или тут нет аэропорта. Где тут нормальный дом? Это снимает. Ля-ля-ля. Да. Тут можно было на этом ездить. Но теперь нельзя. Есть камера. Подожди. А, вот, погоди. Экмек. Он держит экмек. Сюда можно? Можно. Ладно. Поехали. Дай. Зайдем в дрифт. Я вам хочу показать последнее в этом видео. Мы будем заканчивать. Не хотел долго делать это видео. Вот. Тут либо это его дедушка, но это маловероятно. Ладно, это он. Пока.